Всем привет! Сегодня я выпускница. Мы закончили, точнее, я закончила школу, она закончила 9 класс. Сегодня у нас 20 июня. В этот день в нашем городе каждый год устраивается большой-большой такой праздник для выпускников «Алые паруса». Сейчас мы едем на Дворцовую площадь смотреть концерт, который там проводится. Вообще вся суть этого праздника в том, что по Неве где-то в час, не знаю, ближе к двум, проплывают красивые такие корабли с алыми парусами, там какое-то супер-супер шоу, фейерверки, все такое. Сегодня идем это все смотреть, я для вас это все сниму. Праздник этот достаточно опасный. Мы идем туда в сопровождении наших друзей, потому что весь город в этот день, соответственно, там. Если вы пойдете, то вообще берите с собой родителей или каких-нибудь мощных друзей. Потому что мне страшно. В этот день, насколько я знаю, метро работает до утра, по-моему. Красиво. Просто к этому нужно быть готовыми, если вы идете на алые паруса. Короче, мы прошли контроль. Будем на праздник. Сразу стало полегче, так всех оставили. На планете Земля, потому что вы находитесь на самом главном выпускном вечере планеты Земля, в самом красивом городе России, Санкт-Петербурге. Друзья, когда вы завтра утром, вернее уже сегодня, будете возвращаться домой, вспоминайте этот вечер с улыбкой и думайте о том, как он будет хорошо в самое ближайшее будущее. Смотрите, как красиво, какую штуку сделали выпускнику. По-моему, это очень круто. И это праздник для всех, кто в принципе видит небо, потому что все небо над Санкт-Петербургом будет украшено фейерверком. Но я хотел с тобой говорить про любовь сейчас. Thank you.
супер устали, у меня уже болят ноги, мы пришли посидеть в кофешоп. Что я осознала? Берите с собой на алые паруса мальчиков, высоких мальчиков, которые будут вас держать на плечах. Тогда вам все супер-супер будет видно. Время примерно 4:05. Смотрите, как у нас светло в городе. Сейчас поедем домой. Короче, у меня очень много впечатлений. Не знаю, это было супер круто. Прям супер. На этом все. Мы едем домой. Я устала. Всем спокойной ночи. Вот. Пока-пока.